едем к Насте с открыточкой. Ну как тебе? Подарок Эвелины. Всем привет, и это влог. Guys, перед выходом нам надо накраситься. Окей. Хочу накрасить свои ресницы тушью от... Where я приобрела в Стамбуле. Вот такая вот она маленькая. Обзора не было на нее, но вот такая вот она. Нет комочков, да, но я думаю, это за счет того, что она маленькая. Ну ладно. Какой? Мне очень нравится... Ну, еще не докрасила, но просто вам хочу сказать, мне очень нравится оформление Rabbitin, потому что... У них очень красиво оформлена упаковочка. Смотрите, вот такая вот. Прям сочетается, да? Видно, что со мной в коллекции. Вот такие вот свойственнички. Пишите в комментариях, как вам. Хотели бы вы вот ту камеру надо убрать с собой и не использовать сейчас, как я это делала, потому что она очень маленькая, минималистичная и удобно брать с собой. А я ее использовала сейчас. Надо ее хранить. Как зеницу ока. Что за слова сегодня? Почему у меня льется? Я не прекращаю. Ладно. Мейкап готов. Я, чтобы закончить вот так вот макияж, нанести кули. Вот такой вот у нас мейкап. Короче, итак, дальше пылесос, поэтому я надеюсь, у вас это не как... Не... Вам это не мешает, я надеюсь, yes. И вот, сегодняшние планы. Сходить, купить... что мне надо было? Мне нужны нитки для нового видео. Надо еще вот это вот все убрать. Очень эстетика, я считаю. Еще сделаем. Я буду гулять с Настей. А еще перед этим мы заедем к Даше и сделаем исследовательскую работу. Не знаю, что я вам покажу из этого. Наверное, прогулку с Настей, потому что, в принципе, исследовательская работа — это неинтересно. Я думаю, у вас у самих есть исследовательская, которой вы можете насладиться. А зачем вам знать мою? Так, я считаю, продуктивность — это мое второе имя. Уже очень много сделано за этот день, да? Любимка. Это подарок Эвелины, вот, который лежит с Нового года. Который, вот это я не положила никуда, я не знаю, почему я не разбирала его. Тут такой у нас душгель, карамелью вроде, да? Он реально, знаете, пахнет карамельными конфетами, которые расплавили. Вкусненько пахнет, ставлю лайк. Топово, люто, трешово и... Еще новомодные слова, куча новомодных слов, которые я больше не знаю. Мне, вы знаете, обычно ставят конфеты, которые валяются просто дома, и ты их не ешь. Но Эвелина, я не знаю, на что специально покупала, потому что тут реально вкусные конфеты. Я готова. А теперь погнали! Даша, мы здесь. Я пришла к Даше. Я надеюсь, меня слышно, потому что я в наушниках, и звук может ненормально записываться, вот. Я намазалась cold cream, потому что моя кожа очень чувствительна к холоду, и мне кажется, он мне не помог. Теперь мы едем к Насте с открыточкой. Обзор. Ребята, я приехала в город. Теперь мне надо найти Анастасию. Опять же, надеюсь, что меня очень слышно, просто я в наушниках. Две открытки от тебя. Наконец-то тут мои красивые фотки. Вообще-то больше. Тут как бы три их. О май гад, спасибо огромное. Это Настя. Это мое. Ну как тебе? Знаешь что? Моба очень жестко. Вкусно! Так,
Боба невкусно. И не важно, что я все выпила. Я тут, значит, плевалась. Вот это вот что, вот это вот едет тут. Я тут плевалась, где моя Боба? Я не понимаю, это она? А, это камень. Короче, где-то здесь валяется моя Боба. Насте просто не понравился ее фраппучино. Потому что он холодный. А я выпилась. И я надеюсь, что меня не стошнит. Вот, короче, не советуем. Асаи плюс самый лучший. Да. А смотрите, какая эстетика просто.